Нелегальная добыча копытных обернулась возбуждением трех уголовных дел. Охотники, проводившие загон недалеко от деревни Миньки Берестовийского района, услышали выстрел, а затем на соседнем поле показался раненый лось. Следом из леса вышел человек с ружьем, но, увидев свидетелей, поспешил скрыться. Подозрительного мужчину охотники описали госинспектором, и он оказался похож на жителя Волковыска, которого недавно совсем за нарушение лишили права охоты. В доме у мужчины обнаружили две банки пороха и пулевой патрон, который он, поскольку лишен права охоты, хранить не мог. Сейчас ведется следствие. Охотники из Кричева и Докшиц могут лишиться лицензии. В обоих случаях у мужчин было разрешение на добычу зайца и мелкую пушную дичь. Но на деле в авто оказались копытные. Кричевских звероловов остановили при транспортировке туши дикого кабана. А вот охотники из Докшиц попали в поле зрения инспекторов природоохраны, когда разделывали косулю. Убегая, они бросили свое авто, вещи и собак, наивно полагая, что останутся безнаказанными. В обоих случаях браконьеры уже лишились своих машин.